Чемпионат по футболу для дошкольников 5+ проводится для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома» среди городов расположения предприятий атомной отрасли. Соревнование проходит в течение 3 дней, и в нем принимают участие дети всех 8 детских садов Десногорска. Название 5+ означает возраст ребят, участникам от 5 до 7 лет. Перед тем, как команды будут выходить на площадочку, мы приветствуем друг друга и проводим жеребьевку выбора ворот. По результатам нынешнего муниципального этапа команда-победитель будет приглашена на зональный этап. А по завершении всех зональных игр финальная встреча состоится в Новоуральске Свердловской области. При этом участие таких юных горожан весьма новый и, как оказалось, положительный опыт. Раньше детей с такого возраста как бы не привлекали к этой игре, но оказалось, что это очень интересно. Сами они переживают, волнуются, играют на полную силу, все хотят победить. Поддержать детей пришли родители и воспитатели. Безусловно, это прекрасный способ вовлечения в спорт юных горожан. Это также дает возможность познакомиться с физкультурно-оздоровительным комплексом «Десна» и, возможно, выбрать подходящую спортивную секцию. Чемпионат 5+ проводится 2-й год подряд. Результаты первого мероприятия показали высокий интерес к событию со стороны как участников, так и зрителей. Завершение муниципального этапа состоится в пятницу 26 апреля. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.